Друзья мои, я вас приветствую. Уже давно не записывала видео, с радостью это делаю, так как начинаю новый проект свой, новый марафон копилку личную. Сейчас покажу, как я буду копить. Моя цель – это сделать себе хороший подарок. Осенью у меня будет юбилей, я стану круглой отличницей, поэтому хочу себя порадовать. Накопить кругленькую сумму. Сейчас покажу, какую копилочку сделала. Вот моя коробочка, которую я уже накопила на телефончик моего любимого зеленого цвета, снова в работе. В этот раз я решила не расписывать по суммам конкретно, а вписывать по возможности, сколько я смогу класть. Где-то это сколько я смогу вкладывать. Рассчитано все на 182 дня, то есть это примерно на полгода, как раз до октября. Сейчас вот за эти дни я тут подкопила денежек, они начали приходить ко мне. Вчера мне заплатили 2000 за ведение страницы ВКонтакте. Это вообще супер неожиданно. Поэтому я буду распишу. Вообще, по логике, значит, нужно вкладывать 352 рубля в день. Но сейчас у меня вот тут 1700 рублей. Я их разделю, вот, наверное, на три строчечки и начну. Начну с 1000. Потом, значит, напишу 300. И 400. По мере поступления денежек я буду искать опять возможности, стараться пополнять свою копилку регулярно. Но сейчас время нестабильное, поэтому может быть густо, может быть пусто. Вот вкладываю сегодня 1700. Все, поехали. Друзья мои, присоединяйтесь, пишите в комментариях, если интересно. Будем вместе копить, обсудим эту тему. Всем привет и хороших денежек. Сейчас вложу все туда. Там у меня еще осталось 400 рублей с предыдущего. Мелочишка, чтоб звенело, ура! Ура, поехали!